Директор Фан, вы заняты? Чего вы хотите поесть? Я схожу куплю. Ничего больше не хочешь мне рассказать? У вас книжка вверх ногами. Это все? Вчера я встречалась с Лиджи. Он просил риэлтора показать мне квартиру. Но я не знала, что выводили из квартиры он. Квартиру? Ты так торопишься съехать от нас? Что не так с моим домом? Это не для меня. Ваш дом идеален. Но я не могу остаться в нем навсегда. Никто тебя не гонит. Ты предпочтешь помощь Лиджи, а не мою. Да почему я должна прибегать к чьей-то помощи? Или вы считаете, меня настолько бесполезны? Я же плачу тебе за работу. Я знаю. Знаю, что я лишь мелкий ассистент. Я не это имел в виду. А что вы имели в виду? Директор Фан, вы понимаете, что мучаете меня? Ваши слова и поступки дают мне надежду на то, что... что я вам действительно нравлюсь. Но мне это только кажется. Верно? Поэтому я вас прошу, не будьте со мной милы. Пожалуйста, не злитесь все время из-за Лиджи. Если вы ревнуете... Почему вы ревнуете, если я вам не нравлюсь? А если не ревнуете? Значит, вы ненавидите Лиджи? Поэтому и меня? Неверно. Что неверно? Не ревнуете? Или мне не кажется? Вы обязаны мне все объяснить. Я не знаю, как себя с вами вести. Хоть я и не знаю, как сказать, но знаю, что делать.